Так, итак, друзья, чемодан упакован, сумочка. Мы отправляемся сейчас в дорогу. Я хотела вам коротко показать еще, что я взяла с собой в дорогу. Процессы, да. О, сейчас одной рукой. Друзья, кстати, мобильная сумочка для процессов. Кому интересно, интернет-магазин Apple.Nitwolle, ссылочку оставлю, проходите, вы можете там увидеть большой ассортимент пряжи, а также такие мобильные сумочки, которую я сейчас, вот одной рукой все-таки получается, взяла с собой процесс, друзья, рискнула, положила крючок в чемодан и крючок в сумочку. Надеюсь, пропустят. Если заберут, то один крючок в чемодане у меня. Итак, взяла маленькую сумочку. Здесь у меня жвачка. Здесь у меня также ножницы. Это также дорожные ножницы. Кому такие известны. Кстати, эти ножницы мне подарила Оля из Нидерландов. Да. У нее также находятся в интернет-магазине, в ее такие же инструменты. Вот, большое спасибо, Оля, тебе за подарочек. Вот он мне пригодился. Беру в дорогу, друзья. Так, сантиметровую ленту также из магазина Apple.Nitwolle. Да, и вот этот мобильный зетк. Ну и, конечно, свой красивый процесс, который я сейчас смогу наконец-то продвигать и сконцентрироваться на нем, потому что он должен быть скоро закончен. Все-таки он поедет со мной в отпуск на море. Друзья, все покажу вам уже, конечно, потом, но хотела вот поделиться, что у меня едет в дорогу. И чтобы не было скучно, буду вязать. Или монтировать видео. Посмотрим, что получится. Вот, друзья, взяла с собой, да, крючок. Надеюсь, меня пропустят, иначе придется оставить. Ну, я попробую, да. Итак, друзья, желайте нам хорошей поездки. Друзья, мы на аэропорту, прошли паспортный контроль, все нормально. Я сейчас вышла с зоны, там просто полно сидят люди, не могу снимать. И да, мы на аэропорту Мюнхен, и через 20 минут мы уже можем заходить на борт и да, пожелайте нам хорошего полета. Мы встретимся в следующем включении. Доброе утро, Англия. Друзья, посмотрите, какая погода у нас сегодня в Англии. Классная. Хотя по прогнозу передавали дождь. Первая моя. Такие дома здесь, друзья. Да, сегодня мы поедем закупаться, продукты готовить и посмотрим на улице Англии. Мы находимся в городе Солихаль. Это от Бирмингем. 8 километров примерно. Да. И что меня удивило, друзья, здесь все дома одинаковые. Вот. Одинаковые, ну, как сказать, постройки, да. Так, у нас гостевая комната с сыном, и мы здесь вот устроились, да, простая комнатка. Здесь просто зеркало, кровать, вот такие шкафы, которые в стенах. Ну все, друзья, мы сейчас будем приводить себя в порядок, и потом мы уже увидимся. Так, с
здесь ванная. Всем большой привет еще раз, друзья. Я вышла на улицу прогуляться по местным улицам. Thank you.
theoretisch und die Hecke abgeschnitten würde, hat eine bessere Aussicht auf die ganze Felder. Ja. So ein alter Marktstadt. Langsam da durch. Das ist nicht so schön, aber das sind jetzt alte Tudor-Buildings, alt gemacht. Ja, wie in Deutschland ein bisschen. Genau, und das ist Stratford. Stratford hat sehr viel davon. Also das ist jetzt hier auch wieder gekommen, im Parish House. Aber das ist ein alter Marktstadt, der zwischen dann Birmingham und Stratford lag. Also wenn man mit der Kutsche durchgekommen ist, würde man hier übernachten. Друзья, здесь мы видим театр Шекспира. И как мне тетя моей племянницы перевела, она сказала, что его отреставрировали, и теперь он выглядит вот так. Вот, красивое место здесь. Мы с семьей сегодня идем, прогуливаемся и делаем съемки. Специально приехали на это красивое место. Смотрите, они какие, даже не боятся подходить. Die haben kein Angst, Erwin. Yes. Yes. Der Kanz. Здесь очень смелые лебеди и гуси, как я вижу, они, видимо, подкармливаются и поэтому подплывают так близко. Ja, ich will da die englische Flagge. Das ist so eine schöne Straße. Das ist doch voll schön. Ja. Echt? Ganz kurz. Das ist halt ein Museum. Hey. Oh mein Gott, ja. Aber das Ganze, das ist alles originell.
sind das auch Geschäfte, oder? Ja. Da oben. Da oben sind Wohnungen. Offen sind alle Geschäfte da. Друзья, мы очень долго шли и ехали до этого места, и сейчас я вам покажу. Посмотрите, сколько здесь народу. Очень много народу. Почему? Потому что мы возле дома Шекспира. В этом домике родился Шекспир, и сейчас это понятно, да, туристическое место. Люди заходят, делают фотографии, снимают, делают съемки, и поэтому здесь сегодня воскресный день, очень-очень много народу. Я вам уже говорила, да, что нахожусь сейчас в Англии, и, в общем, это дом, в котором родился Шекспир. Вот, делюсь с вами, все как есть, друзья. У нас намечается дождь, поэтому мы сейчас делаем короткие съемки и идем с семьей кушать, что-то пообедать, покушать. Поэтому я снимаю сейчас здесь немножко для вас, друзья. Ракурс лучше. Смотрите, очень много людей делают съемки, и в этот дом тоже можно зайти, как я понимаю. Так, друзья, мы посещаем магазинчик, где продаются только плюшевые игрушки. Ну, он называется Teddy Bear, больше для медвежат, но я вижу уже в окошке, что здесь не только медвежата, а даже матрешки. Посмотрите сюда, русские матрешки. Сейчас мы зайдем в этот магазинчик. Такой магазинчик я уже вижу. О. Костнади. Штейт кайн прайс, да? Друзья, узнаете этого Мишутку? Это мистер Бин, его Teddy Bear. The most English teddy bear in the world. Ага. Is Paddington. Окей. Типичный Teddy Bear Англии. Вот как мне перевели. Oh my god. Mr. Bean Teddy Bear. Oh, put our button. Hey, Peppa Pig. That we have. Mhm. Ist von Peru gekommen, in London gelandet. Es gibt jetzt Filme, das ist wirklich richtig alte. Thank you.
друзья, а здесь магазин для любителей фильма «Гарри Поттер». Сейчас зайду, посмотрю, что здесь интересненькое. Мой сын уже зашел сюда. Камера, ляс, цаубаштейбе. Nein, darfst du nicht. Das ist nur zum Anschauen. Bitte lass es. Aber hier Schlüssel anhängen. Zauber. Ja, Wahnsinn. Das ist so interessant. Alles von Harry Potter. Schau mal, die Tassen von Hexen. Ja, ja. Ja. Like they did with the letters from the Queen. And the royal stamp of this hall. Oh, Frau, und die Eule. Ja. Так, друзья, мой сын выбрал себе плакат. Что он выбрал? Вот этот плакат ему понравился. Пойдем к кассе и заплатим. You wanna go? I'm on a perfect dream.
Итак, дорогие друзья, мы уже возвращаемся домой, и нас застал дождик. Нам повезло, что мы всю свою программу сделали без дождя. Дождичек пошел попозже, и мы возвращаемся домой. Типичная английская погода – дожди. Но нам повезло, мы уже находимся в Англии 3 дня. Сегодня 3-й день, и сегодня 1-й день, как пошел дождь. Вот. Едем домой, сделали покупки, подарки, было классно. Немного делала съемки для вас, посетили дом Шекспира. Как вы видели, там было очень много туристов, и ну, было очень интересно, классно. Позитивные такие впечатления, конечно, глаза разбегались туда-сюда, все равно другая страна, другие картины видишь, другие люди, язык, очень интересно. И, конечно, дороги здесь, движение с правой стороны, вот руль, для меня очень непривычно, что машина и ну, здесь другое движение, как в Германии у нас. Это к этому надо просто привыкать. Здесь постройки домов. So, okay. Mit den Lilien oben kommt man zurück. Ja. Mhm, ja, genau. Das ist fantastisch. Aufpassen, das ist ein Hügel. Mhm. Wow. Das ist ein schöner. Du warst auf mein Auto. Супер. Jetzt bleib mal kurz stehen. Kann er vorziehen, aber. Yes. Beste Platz für ein Bild. Das ist die Fenster, die große Fenster in der Mitte. Das ist Stained Glass. Das sieht man normalerweise in Kirchen. Ja. Und es war halt ein Zeichen von Geld. Echt? Weil es so teuer war. Mhm. Ungefähr, wir haben Geld, das zu bauen. Thank you.
Thank you.